Привет, друзья! Сегодня у нас очередная распаковка. Это посылка из Китая. Товар заказан на сайте AliExpress. Доставлена почтой Сингапура. И доставка реально быстрая. Вот у нас указано, что это беспроводная мышь. Вес 113 граммов и стоимость задекларирована $3. Но мышь реально оказалась летучей, просто летучей, потому что посылки так быстро из Китая еще не прилетали. Это реально 8 дней из Китая в Украину, и такого просто еще не было. Это респект службе доставки. Конечно же, я понимаю, что так совпало, но очень приятно. Бесплатная доставка, и по срокам она даже опережает многие платные службы. Ничем не примечательная упаковка с какими-то непонятными обозначениями, в которой содержится инструкция. Инструкция, как пользоваться данной мышкой. Мышь у нас двухрежимная, то есть это Bluetooth мышь и беспроводной режим 2,4 ГГц. Сама мышка я заказывал в черном цвете, их есть несколько цветов. Приятная на ощупь, есть такие вот площадочки для скольжения. Под защитными пленками сейчас они. Внизу находится у нас переключатель включения-выключения. Вверху две кнопочки, колесико и переключатель DPI, то есть скорости указателя. Снизу имеется крышечка, мы ее чуть позже откроем. Это кабель для зарядки. Кабель такой интересный, плоский. С одной стороны USB, с другой micro-USB. Длина кабеля приличная, то есть можно пользоваться как с компьютером, так и с зарядным устройством. Мышка включается и загорается у нас красный светодиод. Сбоку мы видим кнопочку, которая включает режим сопряжения. И теперь у нас мерцает синий светодиод, это Bluetooth включился. Открываем батарейный отсек, где у нас расположен аккумулятор BL6P типа размер. Емкость данного аккумулятора составляет 830 мАч, напряжение 3,7 вольта. И в этом же отсеке под аккумулятором у нас находится вот такой вот USB передатчик, который, собственно, и позволяет использовать обычный беспроводной режим. Я данной мышкой планирую пользоваться в режиме Bluetooth, хотя, может быть, беспроводной режим буду использовать на Android приставке. Мышка компактная. Насчет удобства, конечно же, мнения очень спорные. Одни говорят удобно, вторые нет. Для меня лично пользоваться данной мышкой довольно удобно, но преимущество ее все-таки заключается в компактности, в удобстве переноски. Ну что ж, теперь давайте попробуем подключить данную мышку. Включаем ползуночек. У нас загорается красный светодиод. Это беспроводной режим 2,4 ГГц. Нажав кнопку, мерцает синий светодиод. Это режим сопряжения Bluetooth. На компьютере включаем поиск устройств. Наша мышка обнаруживается при условии зажатия двух кнопок и колесика. Происходит сопряжение, и наша мышка благополучно определяется компьютером, и вот теперь можно пользоваться
переключатель DPI работает, скорость указателя меняется. Предусмотрено 3 скорости. Клавиши работают очень тихо. Собственно, все как и заявлено. Ну что же, такая вот сегодня у нас мышь. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Следите за новостями канала в социальных сетях. У кого есть желание, поддержите развитие канала. А пока всем спасибо за внимание. До новых встреч!